Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я с вами делюсь традиционной итальянской закуской, как говорят итальянцы, антипасти, капризе из сыра моцареллы, помидор и базилика. Цвета этих продуктов символизируют цвета флага Италии. Появился этот салат, закуска, на острове Капри. Очень вкусная, очень быстрая в приготовлении. Смотрите в этом видео. Я возьму две моцареллы, буйволиных моцареллы. А принципиальное отличие, настоящая моцарелла итальянская делается из молока черных буйволиц. Это определенный вид коров, а не просто коровьего молока. И именно у этой моцареллы вкус настоящей итальянской моцареллы. Два помидора и листья базиликума. И также соль, перец и оливковое масло. Очень просто все нарезается, но есть порядок нарезки и укладки этой закуски. Сначала нарезаю моцареллу. Моцареллу нарезаю кружочками. Вот она обычно, у нее есть вот прямой такой вот срез у шариков, но даже если нет, то мы его сами можем ножом сделать, чтобы получились вот ровные кусочки, где-то миллиметра 3-4 вот такие вот. Нарезаю такими кружочками моцареллу. А помидоры нарезаю в зависимости от размера помидора. То есть, если помидоры маленькие, то можно кружочками нарезать. А если большие, вот у меня достаточно большие помидоры, так я их нарежу пополам, то есть полукольцами. И вот я порезала только один помидор, он у меня большой был, второй не стала резать, если понадобится, дорежу. Если у вас небольшие помидоры, то, конечно же, два помидора на две моцареллы нужно брать. И укладываем. Укладываем в определенном порядке, так как это антипасти символизирует итальянский флаг, то есть цвета у нас здесь именно итальянского флага, белый, зеленый и красный, то укладываем в таком порядке. Сначала, то есть выкладываем красный, белый, зеленый, красный, белый, зеленый. И именно такие цвета так располагаются на итальянском флаге. Красный, белый, зеленый. И выкладываем вот так вот по кругу. Уложили красиво сыр и помидоры с базиликом. Теперь немножко перца обязательно, немножко крупной соли и взбрызгиваем, конечно, оливковым маслом. Чуть-чуть. Все, салат, закуска готов. Вот такая очень вкусная, аппетитная, красивая закуска к праздничному столу или просто на ужин готова. Буквально 7 минут, и у вас целое блюдо уже на столе. Пожалуйста, приятного аппетита, делитесь этим советом, рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, за лайки всегда спасибо.